Привет! Сегодня мы отличаемся от игры Pickup и расскажем вам про будущее обновление игры Retro Garage. В официальной группе ВКонтакте игры Retro Garage выпустили скриншот из игры, который нам показывает саму локацию, а возможность бродить по свалке на своих двоих еще не анонсировали, так что ждем выход самой беты в Google Play Market. Что же из себя представляет новая локация? Это небольшая территория, на которую раз в несколько дней будут привозить авто, подлежащее утилизации. На свалке вы можете за бесценок приобрести авто и восстановить для продажи. За такое восстановление будет начислен дополнительный опыт и, возможно, даже получится неплохо заработать. И особенно, если у вас на складе остались лишние детали. Текст был взят напрямую из поста. Помимо свалки, также добавят авто ГАЗ-21. Будет ли он с модификациями или без, пока что неизвестно. На данный момент вы видите на фоне сами скриншоты. А теперь мы перейдем к небольшим планам разработчика. Также, ребята, уясните, пожалуйста, что это планы, не более. Возможно, они даже и не появятся в игре. Итак, начнем мы с вопроса, который был опубликован 2 недели назад под видосом грядущего обновления Retro Garage. И вопрос звучит так. Добавят ли заливку масляных систем? Да, добавят. Также внесут обслуживание авто, как пример, замена масел, свечей, фильтров и жидкостей. К этому всему добавится отдельный гараж под грузовики. Но насчет этой информации полной нет, и это пока что огрызки. Ну а на этом все. Всем хороших выходных, не болейте.